Я нашел мега огромные лабиринты в Майнкрафте с новыми персонажами. Привет, я повар обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня мы посмотрим на новые мега-огроменнейшие лабиринты в Майнкрафте. Смотрите, о, кстати, здесь у нас говорящего Тома похитили и посадили в тюрьму. Чтобы его спасти, нам нужно найти ключ в этих лабиринтах. Друзья, у нас здесь вот такие персонажи. Это Wednesday, Планктон, алфавит, буква А, да, алфавит лор. Это у нас золотой Соник, он, кстати, злой. Смотрите, у него какие красные глаза. И вот такая вот миньонша. Кстати, она вроде как тоже злая, она на что-то обиделась. Надеюсь, она нас бить не будет. Короче, друзья, давайте начинать. Я тут немножечко приболел, кашляю. Так что поставьте лайк обязательно, чтобы я поскорее выздоровел. Можете написать в комментариях: Зомбак, выздоравливай, мне будет очень приятно. Ну что ж, так, первым мы пойдем, давайте, наверное, со стороны вот с этой. Пойдем посмотрим, что у нас там в делах у миньона. Миньонша, это у нас девочка. Так, берем себе пушечки. У меня нос заложен, ребят, говорю в нос. Извините, пожалуйста, но ради вас стараюсь. Снимаю видосик все-таки. Не могу же я вас оставить без видосиков. Так, на тебе получи, миньончик зомби. Здесь я только предполагаю, у нас будет много всяких миньонов. Так что надо будет с ними всеми сражаться. Отлично. Поворачиваемся сюда. Здесь еще такой фиолетовый миньон. Давай, на, получай. Куда вы спрятали девочку-миньоншу? А ну-ка быстро, признавайтесь. Здорово, ниндзя. Оп, о, нет, сейчас он свою катану достанет. У него супер крутой меч есть. Так, она реально злая. Смотрите, эта девочка-миньонша, она злая. Надо ее победить. Фух, я думал, она добрая, но она превратилась в монстра. Так, отлично, все, прыгаем обратно. Слушайте, с первым лабиринтом мы справились довольно легко. Но впереди у нас еще 4 лабиринта разных цветов. Так что, кстати, Том, прости, я пока что не нашел ключик, я тебя пока не спасу. О нет, ты меня не спасешь? Нет, пока что не могу, извини. Окей, я буду ждать. Надеюсь, я спасу тебя, я надеюсь, я найду ключик. Так, ладно. Давайте пойдем вот в следующий лабиринт. Это у нас желтый Соник Икзи. Желтый Соник Икзи, золотой. Так что давайте с ним сразимся. Открываем дверьку. И здесь у нас... А, Соник Икзи обычный. Ну, получай, давай пулеметом. Пау! Хорошо. Здесь у нас тупик. Поворачиваем в другую сторону. Так, куда мне идти? Сюда идти? Опа, Шадоу, здорово. Нет, нам, походу, не сюда. Такс. Ой, доктор Эггман, здравствуйте, а вы что тут делаете? Вы чё, решили захватить лабиринты Соника? Так, ой, мне кажется, я знаю, кто создал этого золотого Соника Икзи. Это был доктор Эггман. Он здесь не просто так, это его создание. Так что мы его обязательно встретим, этого золотого Соника. А пока что я тут даже радужных друзей встречаю, смотрите. Довольно неплохо, очень много разных монстров прячется у нас в этих лабиринтах. И со всеми ними надо будет справиться. Так, отлично. За поворотом! А, аниматроник Монти! Ну, а тебе получай, давай. А, отлично, друзья. Вот он, друзья, настоящий золотой Соник. Обалдеть, такого я еще не видел. Какой ты крутой. Так, а, он на меня нападает. Давай, мутузим его, мутузим. Получай. Фух, отлично, мы его победили. Можем на стрелочку вот сюда на плиту наступать и вернуться обратно. Ладно, друзья, давайте пойдем с той стороны и теперь посмотрим на лабиринт Мейзин, говорю. Это лабиринт Wednesday. Ну что ж, Wednesday, давай идем к тебе. Давненько я с ней не виделся. Мне очень интересно, что же там интересного прячется в синем лабиринте. Так, опа, мама, длинные ноги, привет, мамаша. Так, получай. Отлично, куда пойдем? Давай центральную. Ой-ой-ой, это Кисси Мисси длинные руки. Фух, отлично, мы с ней справились, ребята. Я думал, мы с ней не разберемся, но нам повезло. Так, с поваром обезьяной тоже разобрались. Проходим сюда. У меня, кстати, пушки без перезарядки. Так что, если закончатся патроны, надо будет на что-нибудь поменять аккуратненько. Так, берем себе меч. Давайте... О, хаги-ваги! Фух, я его одним ударом его сделал. Он меня очень напугал. Сиреноголовый, я тебя не боюсь. У меня есть
крутой пулемет. Во, который с тобой вообще налегке справляется. Так, поворачиваем. Привет, фиолетовый радужный друг. Здоровенько. Давайте мы его вот так вот. Опа! И здесь, кажется, Венсдей. Да, Венсдей это у нас добрый персонаж. Привет, Венсдей. О, привет, привет. Да, приветик. Я рад тебя видеть. Да, я тоже. Отлично. Давайте Венсдей пойдет с нами. Давайте забираем ее и отправляемся обратно. Все, Венсдей мы можем поставить, ну, где-нибудь здесь, рядышком. Скоро мы освободим тебя, Том. Еще немножко, подожди. Ребят, поставьте лайк, чтобы мы спасли Тома. Мы обязательно его вытащим. Так, давайте. Кому мы пойдем? Планктону или же Алфавитлору? У него самый длинный лабиринт, я думаю, мы его напоследок оставим. А пока идем в зеленый лабиринт к Планктону. Погнали посмотрим, что же там делает чувачок из бикини-ботом. Так, иди сюда, получай. Теперь тут у нас папа длинные ноги. Папаша, давай, получи. Ага. Надеюсь, мы в правильном направлении пошли, иначе я могу заблудиться в этом зеленом лабиринте и никогда не найти выход. Привет, маленький Хагивагик, с тобой тут вообще легко справиться, у тебя хпшек очень мало. Так, радужные друзья, здесь реально разные персонажи. Мне нравится вот, что ты заходишь, да, и здесь... Вот, можно даже Абунгу встретить, то есть здесь и радужные друзья, и всякие Хагиваги, и Абунги, и прочие, и прочие. И не заскучаешь, так сказать, потому что... Потому что не знаешь, чего от них ждать. Они все могут на тебя напасть. Аккуратно надо быть. А вот и Планктон, друзья. Здорово, Планктончик. Ты такой прикольный. У тебя какие-то усищи торчат из башки. Так, отлично. Справились с Планктоном. Возвращаемся обратно. Ну что ж, у нас осталось последний лабиринт. Это Алфавит Лор. Фух. Ребята, пожелайте мне удачи. Самый длинный лабиринт. И надеюсь, так как мы ключ не нашли, он, наверное, должен быть там. Все, погнали, друзья. Так, отправляемся в этот алфавит. Тут еще и букву F. Ты че тут букву А охраняешь, да? У меня заканчиваются патроны. Так, давайте я сейчас вот сюда выкину свои пушки. И потом пойду и возьму себе новые. Так, возьмем огнемет, пулемет. Так, какую? Базуку? Нет, я тут все сломаю. Кислотомет, отталкивающую пушку. Ну, вот так возьмем. Я думаю, что этого будет достаточно. Отлично. Я тут одну случайно подобрал. Все, проходим сюда. Нам нужно вот отсюда аккуратненько пройти, не потеряться. Это очень длиннющие лабиринты. Здесь у нас Джамбо Джош, ребят, стоит с огромнейшими руками. Так, здорово, Рокси. Как дела? Ты будешь на меня нападать? Ты куда в потолок смотришь? Ты будешь на меня нападать? Нет, я говорю. А, да, да, будет на меня нападать. Ладно, я тогда с тобой тоже не друг. Я думал, может, мы с ней подружимся все-таки. Но нет. Ой, Тейлз Экзит, ты какой страшный. Ребят, это Тейлз. Так, берем огнемет, короче. Сейчас попытаемся здесь сделать фаер-шоу. Попытаемся с огнеметиком подряться. Так, отлично. Проходим за этот поворот. И здесь у нас миньончики. Я очень хочу встретить вот эту букву А из алфавит Лора. Она должна быть, наверное, где-то в конце лабиринта, но до него еще добраться надо. Соседа победили. Солнце и луна, на тебе. Тут в два раза больше персонажей, я так понимаю, будет, потому что лабиринт реально очень длинный. И два раза больше интересно, надеюсь, будет. Так, здорово, радужный друг. Ну, с вами легко справиться. О, ключ, 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 ключ. Это хорошо, друзья. У меня заканчиваются патроны. А вот и буква А! Мы дошли до конца, друзья. Вот она, буква А. Так, на тебе, получай. Давай, давай, давай. Мы тебя одолеем. Так, давай. А, отлично, друзья. Мы его победили. Возвращаемся обратно. И лабиринты пройдены. Осталось только спасти нашего друга Тома. Давайте откроем эту дверьку. Так, здорово, Том. Давай я тебя сюда поставлю. А, Том, ты теперь на свободе. Ура! Спасибо большое! Да не за что, конечно же, конечно же. Друзья, мы посмотрели на все лабиринты и спасли Венсдей и говорящего Тома. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно желайте мне выздоровления в комментариях. Серьезно, горлышко болит. Надеюсь, для вас видео все равно было интересным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Зомбак. Всем пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.